Этим людям следует избегать мрачных, темных оттенков. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. У обладателя с согласной «л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Вне зависимости от профессии, умение чувствовать другого человека и правильно реагировать на его поведение является еще одним качеством, позволяющим людям добиться успеха в жизни. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Зуб «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Они любят делать других людей счастливыми. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Это люди одухотворенные, вдохновленные, тяготеющие к мистицизму. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.